Не только на ямы, выбоины и трещины в асфальте жалуются автомобилисты. Снег сошел, и обнажилась другая проблема кировских дорог – это колеи. На некоторых участках улиц они настолько глубокие, что водителям то и дело приходится ремонтировать машины. А героиня нашего следующего сюжета попала в серьезную аварию на Октябрьском проспекте. Секунда, из-за встречного потока машин вылетела иномарка. Екатерина Обухова рассказывает, с мужем и опомниться не успели. Их машина вдребезги, а у маленьких пассажиров серьезные травмы. У сына 6-месячного был перелом ключицы. Мы лечились, сейчас проходим реабилитацию. У сына, у мужа выбиты передние зубы, там нужно будет, там зашивали полость рта, примерно через полгода нужно будет зубы вставлять. Все произошло на этом участке дороги 26 января. Екатерина ехала вместе с мужем и двумя детьми в общем потоке со стороны площади Лепсия. Остановились на мосту, в этот момент на них со встречки выбросила иномарку. Увидели такой момент, что на нас просто летит машина. Ее просто такое ощущение, что она взлетела прямо со встречной полосы. Инспекторы ГИБДД сделали замеры. Колеи здесь 13 сантиметров глубиной. Это и стало причиной страшной аварии. Маленькие пассажиры, которые получили травмы в ДТП, до сих пор проходят реабилитацию. Колеи – проблема для Кирова. На них жалуются и другие автомобилисты. Ремонтировать машины, говорят, приходится постоянно. Выкидывают из колеи. Может, на встречку выкинуть, может, еще куда-нибудь. По таким дорогам пропускная способность меньше, а во-вторых, вся ходовая страдает из-за этого. Соответственно, ремонт намного чаще. Делал подвеску. Сейчас весной, когда снег сошел, ямы вытаяли, вода идет, в ямах ничего не видно. Сколько там глубина, даже не представляю. Колеи в районе путепровода на Октябрьском проспекте настолько глубокие, что в них скрывается почти половина колеса. Там, где асфальт давно не обновляли, в районе пересечения с Московской, водители въезжают на участок полосы препятствий. И если вовремя не снизить скорость, последствия могут быть серьезными. Аналогичная ситуация в районе перекрестка Воровского и Сурикова. В этом году в мэрии пообещали отремонтировать в том числе и эти проблемные участки. Но пока кировчанам, по всей видимости, остается надеяться на удачу и собственную внимательность. Наталья Бакерина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.